Здоровье человека напрямую зависит от качества еды. Определить безопасность продуктов питания поможет экспертиза пищевых продуктов. В Старомосколе анализы проводят в единственной аккредитованной ветлаборатории округа Староскольской межрайонной ветстанции. Абсолютная стерильность, запах лекарств и люди в халатах. Все как в больнице, только вместо врачей ветеринарные врачи, а вместо пациентов пробирки с образцами продукции. За качеством мяса, молока, яиц и меда, поступающих на столы староскольцев, тщательно следят 11 сотрудников испытательной лаборатории. В этом им помогает новейшее современное оборудование. Качество проводимых анализов тоже под контролем. Наша лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации. У нас расширенный спектр ветеринарных услуг. Мы проводим исследования биологического материала на бактериологические заболевания и методом иммуноферментного анализа, методом полимеразной цепной реакции на бактериологические и вирусологические заболевания животных. ПЦР-исследование – один из самых современных методов молекулярной биологии, который позволяет в сотни раз увеличить обнаружение ДНК-возбудителя вирусных и бактериальных инфекций в исследуемом образце. За 24 часа можно диагностировать заболевания животных, а также обнаружить компоненты ГМО в продуктах и кормах. За год в лаборатории проводят 345 тысяч исследований. Помимо анализов крови на широкий спектр заболеваний животных и птицы, здесь могут определить содержание антибактериальных препаратов в пищевой продукции, микотоксины в кормах. Проводят гематологические исследования сыворотки крови и проверяют качество и безопасность пищевой продукции. Сейчас, например, делают анализ куриного яйца. За буферной пептонной воды мы пересеиваем на селенитовый бульон. В дальнейшем сутки стоит на селенитовом бульоне. И на следующий день мы пересеиваем на плотные питательные среды. Это у нас висмосульфидный агар и XLD агар. Вот. И это получается на следующий день мы уже видим результат. Собственный виварий с лабораторными мышками, кроликами и даже бараном и петухом – незаменимые помощники в научной деятельности. Здесь проводят исследования всех поднадзорных объектов Староскольского и Чернянского районов. Лаборатория оказывает услуги и жителям частного сектора. Для владельцев домашних животных мы предлагаем свои услуги в области исследования сыворотки крови иммуноферментным анализом на такие заболевания, как токсоплазмоз плотоядных, лептоспироз плотоядных, хламидиоз, лептоспироз. Также мы исследуем биологический материал от животных на такие заболевания, как стафилококкозы, стрептококкозы, колебактериоз, сальмонеллез, ну и другие виды инфекции. И делаем подтитровку на чувствительность на антибиотики. Подбираем антибиотик для лечения животных. Лаборатория находится по адресу: улица Куйбышева, дом 1, телефон 22 57 00.